До Дня незалежности Беларуси эпидемиологи Могилёвщины отримали цудоўны подарунок. У Могилёве открыты корпус лабораторных доследований. Новое сучасное обсталевание дозволить больше полно и хутка вызначать клиничные диагнозы, прогнозовать эпид-ситуацию. Лаборатория такого профилю – одна из лепших в республике. Открытие корпуса лабораторных доследований – важное падение не только для эпидемиологов, а увогуле для системы аховы здоровья Могилёвщины. Это отзначил старшиня облаканкама Владимир Доманевский. Как бы тяжело ни было в Могилёвской области, но мы каждый год открываем какие-то новые объекты здравоохранения. И никогда Республика Беларусь с дня своего образования, даже самые тяжелые времена, не экономила на системе здравоохранения, потому что это очень важно. У одном корпусе будет сконцентрована лаборатория диагностики вирусов, особливо небеспечных инфекций, будут мониторить новокольное осяроддзе и так далее. Мы ждали уже давно это открытие этого корпуса. Нам очень удобно, очень нравится. Все соответствует санитарным нормам, режиму. Действительно удобно работать. Очень много нужных помещений. К открытию нового корпуса мы как раз-таки приобрели новое оборудование, благодаря которому мы сможем выполнять такие исследования, как на кардиомаркеры, онкомаркеры, также подтверждающие тесты на ВИЧ-инфекции, которые выполняются только в Минске. Новое сучасное обсталевание дозволит значно полепшить якость медицинского обслуговывания. Такая оптимизация позволит, во-первых, привести в соответствие материальную базу, обеспечить те необходимые условия, которые должны быть для такого рода исследований. Они соответствуют высоким мировым стандартам. У модернизацию будинка и закупку сучасных обсталевания укладены сродки с областного республиканского бюджета. Тут и допомога Российской Федерации. Татьяна Сергійчык, Денис Бутылін, Новин регион.